Производство Ивановского текстиля имеет историю длиной больше 250 лет, и к сегодняшнему дню главной отличительной особенностью продукции из Иваново является использование натуральных материалов и высочайшее качество. Покупая постельное белье, вы можете быть уверены, что это натуральные волокна. Во всех комплектах, начиная от эконом-класса до премиум-класса, везде идет натуральная ткань. Это, то есть, 100% хлопок. Никакой синтетики. Благодаря такому подходу покупатели Ивановского текстиля становятся постоянными. У них выбор большой. Вот мне нужно покрывало, и даже глаза разбежались, какой брать. Так что это. И наша поддержка нашего производства. Купали уже. Ну, качество хорошее, не выцветает. Поэтому вот берем. Выбрать постельное белье сможет каждый. Перед нами расцветки от классических однотонных до модных принтов. Спокойные и яркие – детская коллекция. В зависимости от ваших предпочтений здесь предложат комплекты из поплина, перкали, сатина, бязи, льна, жаккарда. От бюджетных вариантов до премиум-класса. Линейка тканей постоянно обновляется и появляются более совершенные материалы. Ранфорс – это улучшенная бязь где-то в 4-6 раз. То есть материал очень хорошо дышит, при этом облегчает, скажем так, труд наших домохозяек, его не надо гладить. Так же, как и перкаль премиум-класса, то есть это тоже новинка наша. Любителям Ивановской мануфактуры известны и постельные принадлежности – подушки, одеяла, матрасы. В этом отделе тоже широчайший выбор размеров наполнителей покрытий. Помимо классических наполнителей пух, перо, используются новые технологичные материалы. Сейчас большим спросом пользуются подушки и одеяла на основе биопуха. Это искусственный наполнитель. Его плюсы в том, что, во-первых, он дешевле в производстве. Он полностью заменяет натуральные волокна. Он не вызывает аллергии. Долго держит свою форму. К тому же главному правилу ивановского производства только натуральное и только качественное соответствует домашний текстиль. Пижамы, халаты, ночные сорочки, майки, чулочно-носочные изделия и огромный выбор полотенец. Приобрести изделия для дома на любой вкус для любого возраста можно до 8 марта включительно. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».